Магаданские школьники станут участниками федерального проекта «Билет в будущее», который помогает ребятам определиться со специальностью. В течение лета ученики 6-11 классов пройдут ряд очных и заочных мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию. В июле заработает обновленный сайт проекта, где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, пройти онлайн-курсы. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-формате. Специалисты уточняют, что среди наиболее востребованных профессий в наше время – транспорт и логистика, строительство, сфера услуг, информационные технологии. Проект «Билет в будущее» реализуют с 2018 года. Он входит в план федерального проекта «Успех каждого ребенка»,